Добрый день, наши уважаемые, внимательные, чуткие, умные, знающие и, разумеется, самые любимые учителя. Сегодня в вашу честь мы откроем картинную галерею. Внесите красную ленту, ножницы. Почетное право разрезать красную ленточку предоставляет самому важному гостю нашей церемонии. И это Елена Владимировна. Спасибо, что были раньше всех. Значит, вам и ножницы в руки. Конечно, сейчас совершаю великое действие. Внимание! Вход в галерею только по пятеркам МЭШ. Молодец, проходи. Молодец. Молодец. Проходи. Умница. О, какие атаки. Ну-ка, показывай. А это что, с двойками? Вход воспрещен. Но это же по музыке. Что значит по музыке? Сказано же, только с пятерками. Охрана! Я уже почти исправил! Давай, забираем, забираем его! С двойками прохода нету! Ну и да ну вас! Сегодня мы ваши экскурсоводы. Просьба надеть наушники, чтобы нас было лучше слышно, и пройдемте в первый зал, который посвящен царице наук, математике. Посмотрите, какие точные линии и прекрасные натуры предстают на этой картине. Ты посмотри! Вот это да! Так, руками не трогать, экспонаты! А математике ну? Галилео Галилей говорил так. Математика – это язык, на котором написана книга природы. Пройдемте в следующий зал, пожалуйста. Причем здесь балет? Танец имеет много общего с математикой, поскольку ритм, темп и фигуры танца подчиняются определенным математическим законам и понятиям. В танце можно увидеть не только создание поз, геометрических фигур и рисунков, но и расчет силы прыжка, длины и ширины шага. Таким образом, в танце проявляется математическая логика. Используются законы алгебры и геометрии, физики, химии и биологии. Thank you.
Delta Macarones, I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. My world is different than yours. Your opinion of me is glory, glorifying in all these formats. Back to future in the lobby, and you ain't used to feeling this important. Cars important, girls important, insubordinate, get deported. Baby, check my inventory, got a whole lot in store for you. Birkin bags, couple tags, I can put a whole lot of shit on blast. Vera Wang, Balenciaga, baby, you ain't never too proud for that. I talk a lot of shit, cause I can back it up. She know I'm shit, so baby, back it up. Моя собака умеет мяукать. Но, это гад.
Нет, это кот. Корректо, гато. Правильно, кот. Сигненте. Дальше. Es una fruta amarilla que los monos aman. Это желтый фрукт, который любит обезьяны. Una banana. Банан. Sí, pero no. ¿Cómo se dice en español más exactamente? Да, но нет. Как более точно сказать банан по-испански? En español banan es un plátano. По-испански это банан. Правильно, испанская версия. Muy bien, niños. Y ahora, ¿qué tal si intentáis adivinar esta? Es una persona contisa que nos aprende muchas cosas. Давайте попробуем отгадать это слово. Это человек смелый, который учит нас многому. Es Alejandro nuestro peor alumno. Это же Александр, наш двоечник. No, yo sé, es nuestra María en gafas. Нет, я знаю, это же наша Маша в очках, которая нас вечно учит жизни. Vamos a intentar más. Esta persona está siempre cerca de la pizarra y conoce perfectamente su disciplina. Es... Давайте попробуем еще раз. Этот человек всегда стоит у доски и лучше всех знает свой предмет. Это... Son nuestros profesores! Это же наши учителя. Son unos campeones de español, chicos. В точку. Вы чемпионы испанского. И день juego. И игры. Sí, ¿cuánto jugamos de nuevo? En la próxima clase con más palabras. На следующем уроке будет больше слов. Адьос! Мы сейчас находимся в зале первых учителей. Начальная школа. Начало для каждого человека. Первые учителя – наши проводники во взрослую жизнь. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, не отягощайте детей мертвым грузом фактов. Обучите их приемам и способам, которые помогут их постигать. Посмотрите, как красиво художник изобразил наших учителей. Лица будто светятся. Взрослые, но в то же время, как будто не простились с детством. Так вот, где живет детство. В начальной школе. Пока весь город спит,
Иисусом, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом не бывало ждать чудес, будет детство где-то, но не здесь. Искусство должно быть дорогим, тем более
беру простизм. Как говорит моя учительница, не главное, что ты рисуешь, главное уметь продавать. А как зовут твою учительницу? Ольга Бузова. Почему же барабаны никому?
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Простите, а вы уверены, что это учителя? Ну, конечно, это собирательные образы. Вот, смотрите, картина. Когда идешь на седьмой урок подряд, но нужно сохранять серьезный вид. Когда весь класс поздравил с днем рождения. За минуту до открытого урока. Когда нужно делать бесполезную бумажную работу. Когда похвалили на педсовете. Называется раздел лингвистики, изучающий звуки речи и звуковое строение языка. Что за чертовщина такая? Фонетика! Ну-ка, подходит, спасибо! Как говорил Максим Горький? Русский язык неисчерпаемо богат, и все обогащается с быстротой поражающей. Люблю осеннюю Москву, ее убранстве светлом, когда утрами жгут листву, опавшую под ветром. По дворам московским осень листья желтые разносит, в парках лунными ночами липы кровными качали. В сумерках деревьев тени спать под ветром не хотели, листья желтые к утру трепетали на ветру. По дорогам встречный ветер стаю листьев ворошил под колесами машин. На асфальте у подъезда временами мерусил, дождик мелкий моросил. И традиции не нарушил, лиской новый падал в луже над столицей, нищая осень, лужа золотая. Я прожил на мире это. Не прожить нам в мире этом без потерь, без потерь. Не пройдет, казалось, лето, не пройдет, казалось, лето, а теперь, а теперь. Листья желтые над городом кружат. Золотой, золотой.
часто эти дни. Может, созданы для счастья и они, и они. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом на подноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Желтые, скажите, что вам снится, что вам снится, что вам снится. Достойно уважения и почета учителя нелегкой работы. Желаем от души здоровья, сил, чтоб каждый день лишь радость приносил. Поздравляем вас с нашим общим любимым долгожданным праздником. С Днем Учителя! Поздравляем! 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 Сегодня в конкурсе принимали участие ученики вторых, третьих, четвертых, пятых и шестых классов. Эта профессия не то что важна, она и самая лучшая в мире. Правильно? Поэтому я мы вам вручаем сегодня этот букет, который сконцентрировал наши благодарные любовь, профессию. И, конечно, мы будем вручать наши сегодня руководители. Да! И это, из-за этого, передавая этот букет, поверьте, мы поздравляем все учителя, которые здесь находятся. Ребята, а вам большое от нас от всех спасибо за работу. Умнички!